сказка о добре, зле и настоящей дружбе. На сцене маленькие артисты, в зале их ровесники-зрители в сопровождении мам и пап. Постановка современной школы мюзикла «Ритмы» не похожа на обычный музыкальный спектакль. Здесь и красочные декорации, и сложные хореографические элементы, и завораживающий красотой вокал. Это дружественный нам коллектив. Мы уже неоднократно проводили совместные благотворительные мероприятия. И мне нравится, что руководители современной школы мюзикла «Ритмы» приучают детей к добру, к пониманию чужой беды, к отзывчивости уже с самого детства. И поэтому мы пришли к такой концепции, чтобы показать не концерты сборных каких-то номеров, а целую сказку, что будет интересно детям. Все билеты на мюзикл выкупили ангарские предприниматели, а организатор мероприятия, благотворительный фонд «Близко к сердцу», распространил их по общественным организациям города. Постановку более 100 воспитанников ДК «Современник» готовили целый год, а в последний месяц репетиции проходили по нескольку раз в неделю, чтобы донести до маленьких зрителей главную мысль произведения. Так как зрители у нас действительно маленькие, от 3 лет и до 15 на сегодняшний день, то прежде всего это любовь, дружба, взаимопонимание, взаимовыручка. То есть вот такие главные моменты, из чего строится все в жизни в нашей взрослой. И если они понимают, что все ссоры и обиды нужно забывать, а жить в любви и согласии, то жить им будет гораздо легче, и они всегда протянут свою руку помощи кому-то, кто с ними рядом. Всего на благотворительный мюзикл было продано около 400 билетов. Все деньги от их реализации будут потрачены на закупку средств ухода за тяжело больными людьми. Наталья Зарубина, Дмитрий Новопашин. Местное время.